Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я живу и работаю в Испании, помогаю своим клиентам инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Вот чуть-чуть больше года, как я вышла на онлайн-бизнес, то есть в онлайн. Время меняется, новые технологии, да, новые системы. И мне очень захотелось это попробовать, потому что, ну, одно дело сидеть и ждать у моря погоды, другое дело, интернет нам дает большую связь с нашими клиентами, большой выход. То есть если у вас есть что сказать, если у вас есть чем поделиться со своими читателями, со своими подписчиками, то есть все эти инструменты дает интернет. То есть в интернете сегодня людей, желающих узнать больше, желающих научиться чему-то, намного больше, чем мы можем увидеть на улицах наших городов, да, и сидя у себя дома, в общем-то. То есть интернет-бизнес – это бизнес. Но хороший бизнес должен быть хорошо оформлен. И я как тренер, как человек, который ведет свою страничку, да, свой сайт, и я провожу вебинары, веду тренинги, да, по инвестированию и по влиянию и убеждению, по правилам ведения переговоров. То есть я помогаю людям как могу, да, для того, чтобы человек чувствовал себя не только в чужой стране, как рыба в воде, но еще и в другой стране в том числе. Так вот, с чем я столкнулась? Естественно, как девушка, как блондинка, мне приходится очень много разбираться с техническими моментами интернета. И я думаю, у всех есть, ну, у многих, кто приходит в этот бизнес, вот такая проблема. Хочется, чтобы было все красиво, чтобы все было вот оформлено так, как мы видим на профессиональных сайтах. И, к сожалению, ну, приходится слишком много разбираться, это отнимает кучу времени, и не остается, меньше времени остается на творчество, на то, чтобы поделиться со своими подписчиками, со своими клиентами, да, больше дать полезностей. И для себя я прошла много курсов, много всего, вот технически пыталась, честно пыталась разобраться. Я думаю, вы меня понимаете. То есть ты когда по мелочам что-то где-то, то есть время, такая рутина. Караул. Но сейчас не об этом. Я хотела дать отзыв на вот такой ресурс, на Gold Infobiz, который просто выручил меня. Что такое Gold Infobiz? Это создание, это сервис, где создаются продающие странички. Ну, создаются буквально за 5 минут. Вот я сейчас хочу показать мой одностраничник, который мне удалось сделать. Вот посмотрите, вот он вот такой. Вот смотрите, это моя страничка на переговоры. Это мой новый проект по влиянию и убеждению. То есть вот так он выглядит. Я вообще довольна, потому что он такой хорошенький. Вот смотрите, вот я, мне нравится цветовая гамма. То есть текст, моя задача была составить текст. В принципе, текст я заказывала у копирайтера профессионального. Мне осталось только внести, да, то есть я всегда много над дизайном. Над дизайном мы вообще очень много думаем. То есть можно, в принципе, заказать у дизайнера, и дизайнер сделает вам хорошую профессиональную страничку, но на все на это уходит очень много времени. И я человек быстрый, то есть я предпочитаю действовать очень быстро, очень, ну, как бы эффективно. Поэтому, когда я нашла вот этот проект, вот благодаря Ирине Осинской, большое ей, огромное ей просто спасибо, огромное, вот за этот ее ресурс. Посмотрите, как все классно. То есть я не думаю, что моя страница как-то очень сильно отличается вот от профессиональных одностраничников. Во-первых, он оригинален. То есть, ну, как бы такой странички, как бы, ну, ни у кого пока нет. Ну, надеюсь, что она вам тоже так же поможет. Вот смотрите, вот как в редактор входишь, как я его создавала. Вот такой вот редактор. То есть он очень простой. Да? То есть он очень мобильный. То есть здесь есть все инструменты для создания. Нужна только фантазия. Нужен полет фантазии. Но опять же, смотрите, на этом сайте, на этом ресурсе есть очень много шаблонов. Мой вот в данный момент сейчас состоит в этих шаблонах. И из него вы тоже все можете сделать что-то подобное. То есть поменять какие-то элементы. То есть, например, там текст, да, текст убирается, да, раз, и вы можете вписать сюда, в принципе, свой. Я сейчас верну обратно. Да, можно поменять картинки, если вам не нравится. То есть какие-то, да, вставить свои, ну, как бы текстовые блоки. То есть можно дописать все, что вы хотите.
Так, умение проводить деловые личные переговоры, убеждать, та-та-та, практически во всех жизненных сферах. Например, если я захочу написать в семье, там, в семье, на работе. Ой, немножечко съехала. В семье, так. На работе, в собственном бизнесе. То есть вот так вот его можно редактировать. Ну, я хотела вам показать, что это очень просто легко, просто. Единственное, нужно, чтобы у вас был текст подготовленный, и вы знали, чего вы на самом деле хотите. И вот таким образом меняется каждый блок. То есть вы можете поменять в этом шаблоне любую часть, любую картинку, поставить свою. То есть дизайн, даже для, если у вас нет времени на разработку дизайна, на этом сайте есть масса шаблонов, то есть масса уже готовых решений для вашего бизнеса. То есть и все очень просто решается. Также есть куда задать вопрос, то есть есть куда ввести поставить вашу подписную форму, это очень важно. Ну, опять, кто понимает, хорошо. То есть сохранить, и вот ваш шаблон уже готов. То есть тут все очень просто. В этом отзыве, этот отзыв, да, который я делаю для этого ресурса, для Gold InfoBiz, это вот новый дизайн сейчас. Ребят, действительно, более 100 шаблонов, более 2000 элементов продающей графики. Но нам хочется, чтобы все было на высшем уровне, поэтому, естественно, мы как инфобизнесмены ищем вот такие решения. И спасибо большое Gold InfoBiz за то, что нам эти решения даются и что мы можем их спокойно использовать и быть на высоте. То есть то, что нам нужно, это качество и доступность. Таким образом, наши клиенты, наши подписчики будут нам благодарны, как я благодарна Gold InfoBiz и, в частности, Ирине. Ира, спасибо тебе большое за твою работу, за то, что ты делаешь, за то, что ты не перестаешь совершенствовать свой продукт, свой ресурс. И я думаю, все, кто присоединится, кто начнет использовать вот этот вот инструмент, будут тебе также благодарны. С вами была Оксана Майкова, Испания, начинающий инфобизнесмен. Ну и благодаря Ирине, благодаря качеству, которое я получаю, я думаю, мне удастся быстро продвинуться и заработать свой первый миллион. С вами была Оксана Майкова.